Гол. Хабаровчане оказались сильнее. Но это хоккейная лотерея. Левшишкин – герой. Матч в Иркутске был очень тяжелый, и матч в Хабаровске будет такой же тяжелый. И спасибо тем болельщикам, которые были в Иркутске. Их было немного, но все равно им большое спасибо. Помощник, да, вернее, прошу прощения, инспектор матча именно. Проверял сейчас количество игроков, кто будет бить. Не секрет, что Гриша играл в Байкале и знает, кто куда может ударить. И он очень помог и внес огромный вклад. Удар, Левшишкин. Спокоен. И намертво забирает мяч. Что-то пытался гадать, что-то реагировать. Хорошо еще, конечно, что первый удар пробили мимо. Тоже очень повезло. Шишкин. Левшишкин. Он не видел полета, да. По-моему, в руку. Но в руку попал. Ну что, решающий момент. Шишкин. Как-то автоматически, можно сказать, тело само сделало это движение, я даже, если честно, и не понял. Я в этот момент, когда отбил, боялся, что мяч подлетел и может обратно в ворота упасть. И я там пытался его где-то выследить. Очень хочется, чтобы на матч в Хабаровске тоже пришло достаточно болельщиков. И нам очень нужна их поддержка. И мы их очень ждем 7 марта.